Большое жюри в Нью-Йорке в среду официально высказалось за предание продюсера Харви Вайнштейна суду. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и в сексуальном преступлении. На прошлой неделе Вайнштейн предстал перед манхэттенским судьей. Он не признал себя виновным и был освобожден под залог в 1 миллион долларов, который тут же был внесен. Его также обязали носить электронный браслет с геолокализацией и запретили выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Одна из истец – женщина, которая пожелала остаться неизвестной. Вторая – актриса по имени Луси Эванс. Эванс утверждает, что 14 лет назад Вайнштейн склонил ее к нежелательной интимной связи. Специальное сформированное большое жюри ознакомилось с показаниями обеих женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.